Всем привет! Привет большой из прекрасного града Измаила посылают авторы канала Раиса Гриченко, Александр Волик. А град Измаил – это город Измаил на юге Украины, на юге Одесской области. Рассмотрим сегодня агрогороскоп с 15 по 17 мая 2021 года. Время московское. Одна из читательниц наших постоянных написала: «А я жду, уже не дождусь 15 мая». Кто-то ждет 17 мая, получается как раз выходной. Давайте рассмотрим эти замечательные дни. Это растущая луна. Растущая луна, плодородный знак Рак и продуктивное время. Выбираем самое продуктивное время для массы работ, которые можно сделать в огороде, в саду, на цветниках. Итак, у нас начинается это продуктивное время 15 мая. С 6 часов утра. Этот момент как раз уже время активной работы Луны в знаке Рак. И будет продолжаться 16 мая все 24 часа. И 17 мая с 0 часов только до 9 часов. Далее Луна без курса. Она начнется с 9 часов 25 минут и будет продолжаться до 15 часов 45 минут. Представляете, сколько времени будет? Пустую, но что поделаешь, посевы, посадки в Луну без курса очень печально завершаются. Так что давайте выбираем это продуктивное время. Итак, записали 15 мая, 6 часов утра до конца суток, 16 мая все 24 часа, 17 мая до 9 часов с нуля. Сеем семена. Что можно сеять? Какие семена можно сеять? И на рассаду, и в открытый грунт, там, где уже тепло, почва прогрелась. Можно сеять такие семена огурцов, бахчевых культур, тыквы, томатов, баклажанов, перца, капусты, кукурузы, подсолнечника. Зеленые культуры получатся очень сочными и вкусными. Кабачки, горох. Очень вкусные получаются пряные травы. И сеем также цветы. Очень хорошо все получается. В принципе, все вершки можно использовать для посева в эти дни. Следующее очень важное дело – это пикировка. Многие спрашивают, когда пикировать, когда перевалку делать, когда пересаживать, когда делать высадку рассады в грунт. Это время как раз для этих работ. Итак, пикируем, переваливаем, высаживаем рассаду. Это благоприятное время. Поливы и подкормки благоприятны. Подкормки очень хорошие из зеленых трав, органических удобрений и по листу, и под корень. По листу уже, если растения довольно-таки большие, начинают вегетацию, тоже очень хорошо получается и идет на пользу растениям. Итак, это благоприятно и важно это сделать. Посадка ягодных кустарников. Многие получили посылки и писали мне, что делать, прикопали. А вот в Раке именно ягодные кустарники мы можем высаживать. Это малина, смородина, крыжовник, калина. Вот эти ягодные растения можно высаживать. Все это благоприятно. Ну а теперь перейдем к тем работам, которые неблагоприятные. Выписываю их красным, чтобы это было видно и запомнилось. Нельзя проводить зеленые операции на рассаде и также на садовых цветочных растениях. То есть не можем убрать ни пасынки, ни листики. Оставляем это на другое время или же заранее в близнецах делаем. Это, допустим, 14 мая. Далее, нельзя ни в коем случае с ножницами выходить в сад. Нельзя обрезать садовые растения. Нельзя высаживать саженцы деревьев, любых деревьев, потому что они принимаются, но потом не растут, не создают мощную корневую систему и, естественно, погибают. Это знак не для них. Нельзя, кстати, делить и корневищные садовые цветы растения. Любые корневищные, если то, что вы делите, не трогайте в эти дни. Нельзя пересаживать луковичные цветы. Я имею в виду, вот сейчас многие уже перецвели, зеленые, кто-то делится. Перенесите на другой день. Или же заранее это сделайте в близнецах, в цветочном знаке, знаке воздуха. Это будет хорошо для растений. Ну и не используйте для обработки химические различные фунгициды, настои золы, соды. Это неблагоприятно влияет на растения.
Ну а благоприятно еще пропущена здесь защита растений биопрепаратами или настоями трав. Вот это нужно делать. Ну что ж, долгожданное 15, 16, 17 мая вот-вот уже будет, и мы можем с вами подготовиться к этому заранее и спланировать, когда, что будем делать в эти прекрасные продуктивные дни на растущей луне в знаке Рак. Прощаемся с вами до следующего видео. Всего вам самого-самого доброго, удачных посевов, посадок, пикировок и всех-всех работ, которые вы запланировали в эти приятные, благоприятные дни мая месяца. До новых встреч, новых видео!